внимание с нашей газеты, да, модератора не удалило одно выражение. Мне, как доктору исторических наук, обвинение главное выдвинули. Оказывается, легкий-то советский ученый. Да я горжусь тем, что я советский ученый. Но заканчивается ремарка тем, а раз такое дело, раз он советский ученый, пусть он собирает чемоданы и ищет свою настоящую историческую родину. После этого, я даже благодарен этому какому-то там гостю неизвестному, да, мою защиту выступили мои бывшие студенты, мою защиту выступили там все читатели нашей газеты, и выступили, знаете, не только те, кто, ну, комсомольцы, там, сочувствующие, да, один начальник какой-то говорит, я белогвардеец, мой дед был офицером Белой армии. Действительно, может быть, таран, я почему говорю, вот, оценил внимание на таране, да, может быть, таран, соратник Ленина, а раз соратник Ленина, значит, он террорист, сам задает вопрос, вот, наша газета все это выдает, да. В конце этой полемики, когда на меня уже стали обвинять меня и собирать чемоданы, да, он потом говорит, а вы знаете, так далеко можно зайти. Я говорю, категорически против. Давайте все-таки оставим право, да, коммунистам. Давайте, белогвардеец выступил в мою защиту, раз поразился. Да, да. Вначале готов был меня, ну, обвинить, что Таран, раз такой он террорист, да, пусть меняют. А когда до него дошло, что поменяют не только Тарана,